Доброго времени суток. В этом видео мы рассмотрим графическое окружение рабочего стола LXDE. Основным компонентом окружения является файл менеджер. Он весьма удобен в использовании и обладает таким же функционалом, как и схожие приложения в других операционных системах, таких как Windows или Mac. Также тут присутствует стандартный набор утилит, например, калькулятор. Также текстовый редактор, графический редактор и программа для работы с архивами. Рассматривая интерфейс самого рабочего стола, можно обратить внимание на панель быстрого запуска и системную панель. При нажатии правой кнопкой на пустом месте рабочего стола появляется контекстное меню, в котором можно выбрать пункт настройки экрана. В состав окружения также входит диспетчер задач. После краткого обзора состава LXDE можно убедиться в том, что окружение способно выполнять большинство основных задач при работе на компьютере и прекрасно подойдет для операционных систем на офисных машинах. Спасибо за внимание.